Также врачи отмечают рост числа детей с диагнозом бронхиальная астма. За последние месяцы увеличение составило порядка 20%. Медики не исключают, что статистику могла подпортить коронавирусная инфекция, спровоцировавшая развитие недуга. Специалисты областной детской клинической больницы рассказали, как распознать болезнь у ребенка и не дать ей развиться в тяжелую форму. Дебют астмы может отмечаться, значит, после COVID-19 в виде затяжного кашля, затяжного бронхообструктивного синдрома, который характеризуется периодическими одышками, свистящим дыханием на выдохе, кашлем в утренние часы. При этом без повышения температуры тела, без выраженных катаральных явлений. Специалисты советуют заниматься профилактикой остро-респираторных инфекций, а если возраст ребенка позволяет, то обязательно пройти вакцинацию от коронавируса.